Всем привет, сейчас покажу вам прикольную рисовалку, называется Magic Painter. Это необычная рисовалка, тут мы можем выбрать много спецэффектов, смотрите. Вот они все спецэффекты. Ну, фокусируйся, плохо фокусируется. Ну, давайте, смотрите, что у меня. Роб, это, ну, то есть, просто рисовать. Эрейс, это ластик. Есть вот такие эффекты, вон какие красивые. Космос делать. Пиксели накладывать. Сейчас, минутку. Вот пиксели. Потом можно винилы. Колор, это то есть звездочки такие разноцветные. Квилис, это, короче, типа роб, только когда вы его... Как и текстовыделителем, короче, рисуйте, вот. Потом ойл есть. Такие размазанные. Реджоус, это вон. Тоже прикольный эффект. Фэнтези. Это такие пузырьки такие делаешь. И сплэшинг. Это тоже типа просто ролла. Можно тут также выбирать ширину. Можем широко, можем узко делать. Вот. Можем нажать обратно. То есть мы... Ой, я нажал случайно кнопку стереть. Тут картинка, она стирает ваш рисунок. Вот, потом можно назад. Вот я нажал, у меня рисунок сделался обратно. Потом куда-нибудь отправить. Поделиться с ним и загрузить сюда какое-нибудь фото в альбом. Такая простая программка, называется Magic Painter.